Вы на канале «Умно и разумно». Всем известно, что лук очень полезен для общего здоровья ваших волос. Он может устранить седые волосы, восстановить естественный цвет ваших волос, а также укрепляет кожу головы и способствует хорошему росту волос. Лук богат содержанием серы, которая улучшает кровообращение, уменьшает воспаление, тем самым восстанавливает волосяные фолликулы. Сок обладает антибактериальными свойствами, которые помогают убивать микробы и паразиты и лечить инфекции кожи головы и воспаления, которые могут быть основной причиной выпадения волос. Луковый сок также увеличивает силу волос и предотвращает истончение и их ломкость. Вы можете достичь большего объема волос, регулярно применяя луковый сок на коже головы. Лук способен восстанавливать цвет волос благодаря высокой концентрации каталазы. Фермент этот, который лечит седину и истончение волос. Исследования показали, что седые волосы вызваны накоплением перекиси водорода в волосяных фолликулах, который вызывает появление седых волос. Каталаза может катализировать реакцию разложения перекиси водорода, превращая ее в кислород и воду. Луковый сок может избавиться от появления седых волос, восстановить естественный цвет волос и остановить их выпадение. Самый лучший способ для устранения проблемы с выпадением волос – это лук. Существует несколько разных способов приготовления этого фантастического сока из лука, но лучше всего приготовить его в небольших количествах, потому что его нельзя долго хранить. Я вам представлю несколько рецептов простых луковых соков, и вы сможете выбрать для себя тот, который вам предпочтительнее. Первое. При приготовлении этого сока разрежьте лук на две половины и поместите его в терку. После натрите лук и выжмите сок с помощью муслиновой ткани. Второе. Сжижение. Для этого сока нужно очистить лук и разрезать его на 4 части. После положите его в блендер и перемешайте до получения желаемой консистенции. После этого залейте сок, а затем вы можете его использовать. Третье. Приготовить отличный сок вам просто нужно будет очистить лук, разрезать его на 2 части и положить в соковыжималку. Использование лукового сока для ваших волос. Вы можете нанести луковый сок на кожу головы, при этом намочить ватный диск, а затем поместить его на пораженный участок. Для достижения наилучших результатов оставьте луковый сок действовать в течение получаса, но только если вы в состоянии перенести запах сока. Если вы хотите, можете покрыть свои волосы пластиковым пакетом или шапочкой для душа, чтобы сок проникал глубже в кожу головы. После смыть луковый сок с волос большим количеством теплой воды или же мягким шампунем. Имейте в виду, что запах лука достаточно сильный, поэтому рекомендуется выполнять этот метод желательно в ночное время перед сном или в выходные дни, используя довольно много духов, чтобы скрыть их запах. Повторяйте это лечение раз в неделю и скоро заметите отличные результаты и будете приятно удивлены. Желаю вам красоты и здоровья. Благодарю всех за внимание. Всем пока.